Здравствуйте, друзья! У вас есть несколько секунд, чтобы попытаться угадать, кто же это у нас сейчас будет в кадре. И я вам скажу, не угадаете, потому что Машенька у нас первый раз в кадре. Правильно говорю? Правильно. Откуда вы, Машуня? Я из Белоруссии, из славного города, столицы Минска. Так. Живу в Штатах уже 6 лет. И за это время очень успела полюбить Калифорнию. Так. Очень успела полюбить людей, потому что они все улыбчивые, отзывчивые, приветливые. Так. И такие замечательные-замечательные, особенно в этой школе. Ага, хорошо. Значит, так вы по специальности кто, Машуня? Инженер-программист. Что, правда, что ли? Правда. И удалось поработать? Да, я 3 года работала в Беларуси. Так. Потом поняла, что программист, я очень медленный. Так. Вот, и решила перейти в тестировщики. Уже в Беларуси? Уже в Беларуси. Так. Полгода поработала тестировщиком, так, и переехала сюда. Подожди, а как же к нам попали? У меня есть большой гэп. Так, перерыв. Большой это сколько? 6 лет. О-о-о. Да. Что-то я так, как-то вы так складываете годы 6 лет туда, 6 лет сюда. Я так на вас смотрю, думаю, а где у нее это все уместилось? Ну вот так вот. У меня сегодня, кстати, день рождения, мне исполнится 31 годик. О, дела. Ну что же, у вас еще много впереди. У вас всего одна деточка? Две? У вас уже 2 деточки. И муж 3-я. Ну, тогда, может быть, 2 уже, может быть. Я хотел сказать, сейчас еще себе успеете завести, а сейчас, думаю, уже 2. А сейчас уже цель – работать, так, получать денежки, чтобы кормить деточек. Так, вы работу получили. Да. Значит, мало того, что Машенька именинница и такая, ну, муж-то как? Муж ценит, радостный. Ценит, так. Ценит. Мы еще дом купили. Тут, в Калифорнии? Да. И переезжаем через неделю. То есть у меня день рождения. Да, дом, Машенька, ну это Машка, где у вас муж? Сан-Хосе, Кэмбриан. У вас муж что, какой-нибудь большой начальник? Нет, он просто умный парень. То есть наскреб там? Наскреб, и все хорошо. Ну, слушайте, но трудно дом купить? Сложно? Ну, как сказать? На самом деле, я здесь 6 лет. То есть нам удалось купить только за 6 лет. А трудно, не трудно, как бы, судите сами. Сразу купить не получилось. Но вы там не то, что вы продали, у вас что-нибудь, у вас было на down payment. Нет, вы как это все здесь накопленное за эти 6 лет. Трудом мужа. Трудом мужа, да. Наверное, все-таки непростой у вас. Непростой муж-то. Ну, он у меня менеджер программистов. Так, в приличной компании в какой-нибудь? В приличной. Секретный какой-то. Не будем говорить. Но приличный. Друзья, но приличный. Машенька нам принесла. Это ваша бутылка тоже? Да. Конечно. Поверните, чтобы было. А, это оно и есть? Так я думаю. Это французское вино. Я люблю французское вино. Это такое. А почему не любить французские вина, когда деньги-то есть? Правильно говорю. Так, вот что же это такое-то? Все хорошее. Так, я, к сожалению, без очков, и не вижу, что-то написано. 12-го года, да? Да. Хорошо, хорошо. Выпьем за Машеньку. Машенька, какого возраста ваши 2 деток? 5,5 и 2,5. Ну, как они рады за вас? Рады. У меня даже сегодня старший обиделся, говорит: мам, а куда это ты уезжаешь? Ты сегодня не на работе, а как же день рождения отмечать? Так что сейчас будем еще с ним отмечать. Хорошо. А у вас за 6 лет тут друзья завелись? Завелись. Очень много друзей. Так. В основном русские. Я не знаю, к счастью или к сожалению. Так. К сожалению, потому что язык не удается попрактиковать. Но сейчас буду на работе практиковать. Да. Ну, а к счастью, потому что они все очень душевные, они все очень отзывчивые, просто замечательные ребята. А муж вам не говорил, куда же ты, Машка, какую-то школу ходишь, ты иди вон на работу, давай устраивайся. Ну, муж мне говорил, на самом деле, да, так, но мне нужен был толчок, потому что без этого самого толчка ничего бы у меня не получилось, мне нужна была вера в себя. И вот как раз Михаил в этой школе дал мне эту веру в себя. Ну, вы сейчас, конечно, более уверенно выглядите, я так вспоминаю, вы немножко потерянные были, когда работу надо было искать. Да. Сколько времени вы провели на джоб-маркете? Где-то 2 месяца. То есть не сразу? Не сразу. Скажи, когда ты первый офер получила? Первый офер я получила где-то через неделю. Ну. И я подумала, что, о, раз мне так просто дают оферы, значит, надо попробовать и туда, и сюда, как бы. Повыпендриваться. Ну и, в общем, я довыпендривалась. Как бы у меня почти 2 месяца было затишье. Видите как, то есть вы его как бы сглазили, типа. Да. А приличный офер был или так себе? Так себе. Ну, типа.
$20 в час. Ну, на сигареты. Или вы наверное, не курите. Могли бы на что-то еще потратить. Так, ну да. Хорошо. Сейчас уже поприличней. Да, поприличней. Во-первых, у меня сейчас фулл-тайм. Да. Что меня очень радует. Ну, у вас же от мужа бенефиты все есть. То есть вы не то, что по страховке не хватало. Есть, но у нас еще теперь от мужа и моргич есть. И да. Как бы оно как-то поувереннее, да, когда... А, в этом смысле, в этом смысле. Да. Ну что же, ребята, я вас очень поздравляю. То есть вы, можно сказать, такие американские люди. Понимаете, я очень переживаю за тех, кто нас смотрит, потому что я-то вас вижу целиком, а они только то, что в камеру попало. Понимаете? И вот это, конечно... Очень надеюсь, что лучшая часть в камеру попала. Ну... По крайней мере, думающая. Да, да. Ну, я скажу, что все остальное тоже очень достойно попадания в камеру. Ну, уже так вышло. Все, Машенька, молодцом, так держать, вот, и не пропадать с наших радаров. Хорошо? Не пропаду, обязательно, я обещала, я пришла. Все, так, сделаем. Ребятам, кто нас смотрит, особенно в Минске, вот. Минску привет, очень скучаю, очень люблю, это моя родина. Да. Вот, ну и скучаю по снегу. Да вы что? Да. Бедненькая. Ну, вот в холодильник заглядывайте почаще, там, в морозилку. Обязательно.